Не платит, равно не уважает. Совершенно верно. Не уважает и к тому же не любит. Потому что любящий мужчина, он захочет, чтобы его женщина была самая красивая, самая успешная и вообще самая-самая в любой сфере. Он не будет покупать самые лучшие наряды. Там, если внешне хочется что-то подкорректировать, он обязательно там это проспонсирует. Да. Если же женщине хочется как-то реализоваться в этой жизни, да, ее делает счастливое какое-то занятие, то есть ну, не работа с утра до ночи на дядю, да, впахивай, а именно какое-то свое дело, он обязательно поможет с реализацией этого дела. Девочки, не экономьте никогда на себе, поверьте, этого никто никогда вам не оценит. Вот сейчас я вам расскажу случай из моей жизни, возможно, это как-то поменяет ваше мировоззрение. Когда-то на фестивале я познакомилась с мужчиной, он был с другого города, поэтому неделю мы общались в письменном режиме. И потом мы вместе поехали на море, на отдых, естественно, он все оплатил. По приезду домой мне написала его женщина. То есть я не знала, что у него кто-то есть, он мне так сказал, я свободен, есть там, конечно, какая-то подруга по интересах, но подруга по интересах, все мы взрослые люди, да, все мы с кем-то спим. Мне было искренне жаль эту девушку, ей было 30 лет тогда, и она мне рассказала, говорит, ты знаешь, я с ним живу в гражданском браке 10 лет, за 10 лет он не захотел с ней не завести ребенка. Он не захотел с ней расписаться, да, он говорил, штамп это не главное. И она говорит, он никогда за меня в жизни нигде не платил, я все сама за себя плачу там с 20 лет. Ну, она вот там чуть ли не плакала, говорит мне, ты знаешь, я сижу его дома, жду с борщом, готовлю ему, убираю, все по дому делаю, еще и работаю, сама полностью за все плачу. А он в это время с тобой на море отдыхает за наш общий семейный бюджет. Вот так вот, девочки. То есть, понимаете, если вы не будете тратить, да, будете такой хорошенькой, экономной, все в семью, то появится любовница, на которую он будет все спускать просто. И для любовницы, поверьте, как для вас, ему не будет жалко. То ли я какой-то неправильный, то ли санки не едут, то ли хрена. Ребят, вот глядя на вот эту вот мордашку, знаете, какое у меня желание возникло? У него такие волосы прикольные, такие густые, такие, да, прикольные. Вот хочется так вот взять их, вот так вот прям пальцы в них погрузить, вот так вот хопа, взять за них и насадить ее на кислородный шланг мой. Все. Ну, то есть, как бы получить кайф и все. Это только у меня так? Или я должен хотеть платить за нее, там все покупать и на море увозить? Может, я какой-то неправильный, ребята, как бы. Вот мои все желания к ней я озвучил. Все, больше ничего не хочу. Ну там, может быть, там еще там позу поменять, что-то такое, как бы. Ну это уже там дело техники, да? Тут столько телодвижений и бабок всаживания в нее. Может, со мной что-то не так, ребят, напишите.